Добрый день! Вас приветствует компания «Агросектор». В этом видео я хотел рассказать о быстроразъемных соединениях, которые позволяют создавать мобильные трубопроводы. Так как мы занимаемся насосным оборудованием, многие клиенты спрашивают о применении в ирригации таких трубопроводов. Значит, фирма «Далай» выпускает вот такие поликримпы с различными диаметрами труб. В данном случае вот эта приемная часть «Мама» со 159 резиночкой. Вот это у нас вставная часть «Папа», тоже со 160 трубой. Значит, 12-метровые трубы припаивается в этой части. Полиэтилен используется СДР, полиэтилен 100 и СДР 17. Здесь это все запаковано на заводе изготовителе. Горячее цинкование применено по железу. Выдерживает спокойно 10 атмосфер. Данные трубы можно использовать просто для подачи на большие расстояния, на средние. Можно использовать как магистраль, которая подключается к машине барабанного типа. Есть дополнительно вот такие вставочки, которые позволяют через гидрант, либо самодельные фланцевые соединения подключать любые спринклеры, либо машины барабанного типа. Также можно эти применять трубы для спринклерного полива, подключая сюда пожарные рукава и разнося в стороны поливочные пистолеты.